Ну что там, получилось? Получилось, получилось. Но все пошло не по плану. Ладно, потом расскажем. Сначала надо выпить. За север! За Тимерию! За Тимерию! За Тимерию, сука! Вы не рано празднуете? Родовид мертв, но до освобождения Тимерии еще далеко. Война не окончена, и конца что-то не видно. Ты ошибаешься. Завтра в полдень командующий группой армий «Центр» подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дикстрой. Значит, в Велине, когда тебя поймали тролли, ты... Да. Я возвращался с переговоров. Эмгыр получает Аэдирн и Лирию. Из Тимерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны... Тимерия станет вассалом Империи. Самоуправлением. Собственными судами, администрацией и войском. Серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца. Будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так. Но я не поэт, так что скажу просто. Другого выхода нет.